Простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отлично. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отличная возможность. Простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отлично. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отличная возможность. Простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отлично. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут. Пройдет тут навес. Отличная возможность. Простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Он стал игроком Барселоны, а туда, кого попало, не зовут. Так что этот факт говорит очень многое об этом игроке.
Атака остановлена, но кто получит мяч? Выбит мяч из штрафной. От головы мяч отправляется в аут.